Лучшей городской елкой в этом году признана «Зеленая красавица», установленная на площади Ленина областного центра. Городской администрации подвели итоги конкурса на самый красивый символ года. В 2012 году в Иванове было установлено около 50 елок. Они украсили не только центральные улицы и площади города, но и дворы. Также глава администрации вручил дипломы и ценные подарки руководителям торговых центров и магазинов, которые позаботились о том, чтобы здания в период новогодних праздников выглядели нарядно. Имена предпринимателей, которые неоднократно принимали участие в конкурсе на лучшее декоративно-художественное световое оформление, Александр Кузьмичев предложил увековечить в золотой книге патриотов Иванова. Закончились рождественские и новогодние праздники в нашем городе. Действительно, город был очень красиво украшен к этим праздникам. Это общее мнение всех жителей нашего города. И то, что этот конкурс, он способствует развитию общественной инициативы, это очень важно. И для нас очень важно то, что действительно очень многие предприниматели сегодня откликаются.